здесь, как и на любой сцене, есть какая-то своя, какая-то особая энергетика. И вот как от каждого, у каждого человека есть свой аромат, свой запах и свой взгляд. Вот так и выходя на эту сцену, у нее своя какая-то энергия. И мне очень, очень важно было, чтобы, когда я вышел, мне эта энергия была приятна, чтобы она... Потому что мы очень... Ну, не все, но многие артисты верят вот в какое-то вот то, что нас окружает, нашу энергию, чтобы вот оно, как сказать, ну, всегда нас радовало и подпитывало. И вот когда я вышел на сцену драмтеатра, не было какого-то такого, что меня театр не принял. Наоборот, я почувствовал какую-то мощь. Вот на меня смотрят как будто с высоты актеры, которые здесь когда-то работали. Вот. В Самаре очень благодарный зритель. У нас, мне кажется, самые воспитанные люди. Я немного где был, ну, прям, чтобы жить и работать. Ну, я бывал и в Москве, и в Петербурге, и смотрел, ну, не в Петербурге, около Петербурга. То есть я видел людей из Петербурга. Сам в Петербурге я не был. Вот, я видел людей из Петербурга, театральных деятелей, и много кто говорит, что вот у нас как-то вот не очень принимают. Вот это вот лучше принимают, вот это хуже. В Самаре очень любят комедию, у нас любят смеяться, у нас очень веселый народ, но и трагедии принимают очень хорошо. Я не знаю, конечно, наверное, все зависит в любом случае от актера, от труппы, от спектакля, но наш зритель любит театр. Мне нравится... В трагедиях пробовать сделать что-то смешное, в комедиях сделать что-то серьезное, потому что это дает колорит. То есть мне не нравится вот именно однобокость чего-то. Вот это только грустно, это только смешно и так далее. Поэтому в любом случае комедия это или трагедия получается всегда работа объемная. Ты, конечно, на что-то ты делаешь акцент, но... Не знаю, мне сложно что-то выделить. Но есть роли героические, а вот есть роли характерные. И мне больше нравятся характерные, потому что в них ты себя чувствуешь свободнее. Ну, вот мне нравятся какие-то маленькие характерные роли. Ты, может быть, на сцену выходишь на 5 минут всего во время спектакля, но если ты за все время спектакля зритель тебя запомнил, значит, ты сделал это хорошо. Ты это сделал интересно, ты оставил отпечаток в памяти. Обними покрепче.